Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Сегодня разбираем старт продаж 6-го корпуса в проекте ID Парк Победы от надежного застройщика Евроинвест Девелопмент, который всегда вовремя строит, качественно строит, а также супер феноменальное наполнение абсолютно всех проектов, как и этого. В данном случае 6-й корпус завершающий в этом проекте. По сроку сдачи это 4-й квартал 2023 года. Заедете до 4-го квартала 2024 года, получите ключи. Ближайшая станция метро – это «Электросила» 15 минут пешком и «Парк Победы» до 20 минут пешком. Престижный московский район с развитой действующей инфраструктурой и новой, который застройщик создает. Чуть позже об этом расскажу. Дома монолитно-кирпичные, 11-этажные, отделка под чистовая, вайтбокс, чистовую для всех подписчиков моего канала и клиентов можно дозаказать под ключ от надежного подрядчика. Также сейчас пробежимся по планировке. Сегодня мы разбираем евро 4-комнатную квартиру. В прошлых роликах мы разбирали студию 1-комнатную, 2-комнатную, евро-двушку, евро-трешку, 3-комнатную. Если для вас они актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Сегодня евро 4. Перед тем, как пробежимся по планировке, коротко напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом проекте, либо любом другом от надежных застройщиков Санкт-Петербурга. Почему стоит это сделать вместе со мной? Потому что услуги для вас бесплатные, так как их оплачивает застройщик либо продавец. При этом все цены от застройщика, все акции при их наличии от застройщика. При этом юридически сопровождаем. Также, если понадобится ипотека, сможем одобрить. По самым низким, лучшим ставкам есть свои ипотечные специалисты и онлайн-оборот со всеми банками. Если вы из другого региона, то поможем провести дистанционную сделку. Также, и самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартир, друзья, это индивидуальный момент. И особенно здесь. Здесь очень много разных планировочных решений. Именно поэтому, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Давайте пробежимся по планировке. Общий метраж 83,9 квадратных метра. Это вход квартиры 6,9 квадрата. Есть ниша под гардеробную в прихожей. Раздельный санузел 1,9, далее одна из спален 20,4 квадратных метра, панорамные окна, есть балкон, есть лоджия 4 квадратных метра, далее вторая спальня 11,7 квадратов с нишей под шкаф и есть балкон, далее кухня, гостиная 17,2 квадрата, а также здесь у нас есть второй санузел и ванная совмещенная, 2,7 квадрата ванная, 3,3 санузел. И третья спальня, 16,7 квадрата, с выходом на лоджию, 3,3 квадрата. По стоимости на сегодня это 20 миллионов 138 тысяч 400 рублей. Стоимость актуальна на момент съемки, это 19 сентября 2021 года. А стартовали квартиры буквально на этой неделе в начале. То есть самые стартовые интересные цены относительно других корпусов здесь, в этом 6-м корпусе, где стартовали продажи, самая доступная стоимость метра на сегодняшний день. 5-й этаж из 11, отделка White Box. Квартиры можно приобрести как за прямые деньги в ипотеку, либо в рассрочку. Разные способы оплаты, подберем комфортный для вас по вашим параметрам. Давайте пробежимся по преимуществам проекта. Из плюсов до 6 квартир на этаже. Квартир есть с террасами, высокие потолки 3 метра во всех квартирах, не зависит от этажа. Панорамное остекление, собственный детский сад на 110 и школа на 211 малышей. Детский образовательный кластер, который в 3-4 корпусе. Специальное место, где можно забронировать время для своего малыша, например, для занятия с репетитором английского языка. Подземный паркинг на 631 место для вашей авто, торговая галерея на первом этаже, где можно будет взять кофе по пути на работу, либо сходить вечером в ресторан с семьей или выходной день. Московский парк Победы в 10 минутах пешком. Локация очень развитая, действующие сады, школы, поликлиники есть, торговые центры в пешей доступности, все, развитая сеть наземного транспорта, подземного, а также буквально 15 минут и вы в аэропорту, чтобы улететь в очередной отпуск всей семьей, буквально 20-25 минут и вы у ЖД вокзала московского, где сели на Сапсан и поехали в Москву по делам. Все очень близко, все очень рядом. Например, также ЗСД в 5 минутах буквально на своем авто вы доехали и поехали через весь город в любой район. В течение часа по ЗСД можно добраться.
Таким образом выглядит локация ID Парка Победы. Очень классно и престижно. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру в этом проекте евро четырехкомнатную, либо большего метража, либо меньшего, либо в любом другом проекте, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Услуги бесплатные, подберем квартиру конкретно для вас по вашим параметрам. Чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подпишитесь на этот канал. До новых встреч роликов, друзья. Пока-пока.